В воскресенье во Дворце Республики состоялся концерт этно-джаз-группы «Тригон». Квартет во главе с Анатолием Штефанцом исполнил классические джазовые произведения, однако, как выразились сами исполнители, национальной молдавской интерпретации. В этом году коллективу исполняется 20 лет. За это время, по словам самих музыкантов, концертная география квартета распространилась от Канады до Новой Зеландии, от Японии до Португалии. И в каждом городе творчество музыкантов находит своего зрителя. Репертуар очень разный. На самом деле там у нас есть и классические, совмещенные с нашей балканской музыкой, да, молдавской. Есть и разные моменты из, допустим, итальянской музыки с молдавской, есть из японской музыки с молдавской, есть из болгарской музыки с молдавской. Мы пытаемся это все совместить, и наверное, получается. Кишиневский коллектив, известный во всем мире исполнением классического джаза в сплетении с молдавскими этномотивами, произвел впечатление на приднестровскую публику. Большие молодцы, попадаешь действительно в другое измерение, музыка очень волшебная, и вот эти молдавские корни, мы прочувствовали, очень понравилось. В этих мелодиях заключено что-то или размышление, и настроение соответствующее, поэтому очень приятное впечатление.